Всем привет, вы на канале Темная Лица, меня зовут Дима, я продолжаю по критику Watch Dogs Legion. Мне почти 27-я часть игры под названием «Падение Олимпа». Доберитесь до Мэри Келли. Кстати, друзья, Ubisoft всем пишем бесплатно, Watch Dogs Legion раздает новогоднюю одежду. Я, друзья, себе ее одену, и все будет офигенно классненько. Я себе быстренько поменяю ему одежду герою. Да, одежду героя. Кстати, друзья, мне, наверное, лучше видно, да? Вообще офигенно. Друзья, всем вам спасибо за поддержку. Желаю вам всего хорошего в новом году. Чтобы вам все было охеренно. О! Сейчас, друзья. Так, вверх, вверх, вверх. Новое нам дали, да? Так, это я купил новенькое, я знаю, а гардероб? Так, вот, вверх. Во, новогодняя рубашечка. Во, новогодний свитер, друзья. Охеренно. То, что доктор прописал. Так, это получится что? Рубашка неплохая, кстати говоря, классика, как у меня рубашка. Так, ну рубашка, конечно, офигенная, но я Новый год как-никак нас на носу. Так, готово. Так, вот по поводу что... Не-не-не, я неправильно, друзья, я не готово не нажал. Так, во. Во. Выбрать. Есть. Так, теперь штанишки бы какими-нибудь. Но новогодних штанов, друзья, увы, нам не дали. Жалко, а. Так, что же делать, да? Ну, ладно, такие штанишки возьмем ему. Давайте вот такие. Так, какие? Так, подходящие к свитеру. Даже не знаю. Ладно, возьмем эти штаны. Окей. Так, обувь. Обувь нам тоже новогодние не дали, да? Ну, ладненько, сделаем себя модным, а. Так, головные уборы. Так. Как так? Шляпка. Будет у нас супер-пупер крутой. Так, ну в гардеробе маски. Вот маску я поменяю себе, а то она конченная, она мне не нравится. Так, тут новогоднюю маску нам дали, по-моему, а? Так, новогоднюю. Ой, блин, капец, а. Ну Ubisoft дают, а. Вот это вообще шикардосная маска, просто охеренная. Вот ультрированная маска, а. Друзья, в сегодняшней миссии мы Мэри Келли просто поимеем эту суку, а. Так, это, конечно, хорошая маска, но она уже есть у меня у героев. Так. В этой миссии, друзья, 27-й, ну, я сыграю им. А другие миссии уже другие моим агентам. Так, сейчас, какую же маску себе одеть, а? А давайте новогоднюю. Так. Да, такая пускай будет, ладненькая. Ну что Новый год как-никак. Так, вверх есть. Во, может даже и штаны есть новогодние. Так, надо посмотреть. Так, а вот, по-моему, новогодние, да? Ну вот, да, новогодние штанишки, друзья. А, это подходит чисто к рыбашке. Видите, друзья, все-таки нам дали вот, друзья, новогодние штаны. Да, вот они. Новогодние штанишки. Угу, тут еще такие есть. Такие вот офигенные есть, как ты ебал свои той суперкиллерши. А тут, друзья, явно не ему, еб твою мать, шертванка. Так, вот это, друзья, чисто подходит именно к рыбашке, когда я потом одену другому герою. Так, чтобы у меня не повторялись по одежде, а. Хотя бы некоторые из них. Так, выбрал, готовенько. Так. Медмаски. Ну, медмаска, на самом деле, мне не нужна, хотя бы в игре, а. Так, обувь, гардероб. Так, о, перчатки, друзья. Тигай, можем одеть свои крутые перчатки. Новогодний, так сказать, Новый год во всем полностью у нас, так, сумки. А сумки, по-моему, нам новые не давали, да? Ну, ему идеально подходит, честно говоря. Вот эта сумочка вообще офигенно. Вот, она идеально подходит, честно говоря. Маленькая такая, красивая, свитер видно. Да, друзья, я пока героя одеваю, но думаю, вам все посмотреть интересно, приятно. Друзья, надеюсь, меня реально хорошо видно. Сейчас, друзья, я записываю летсплей свои через программку ShadowPlay, встроенную видеокартой от NVIDIA. Так, ладно, маску мы одели, это мы сделали, так, все, так, это у нас есть, тут у нас типа, что я купил, ну это не нужно, у нас Новый год, поэтому все, погнали праздновать Новый год, единственное, я эту шапочку не одел, сейчас быстренько шапку, а, вот верхний убор, головной уборчик, а, ага, ёп, так, типа для такого нет, да, тут получится есть костюмы, которых мне нифига нету. Во, понял, типа такое, не, вот такой лучше, а, он будет красавчика.
Так, будем друзья моряки или убивать в новогоднем наряде. Хотя, Ваня, знаете, что я сделаю? Мне нравится очень кепки, а? Она нереально мне нравится, а? Так, тебе, наверное, что лучше тебе будет, а? Такая кепка. Так, сколько, в общем, денег у меня? А, у меня крипты хватает. Так, это, конечно, прикольненько будет. Ну, давайте я этого оденем ему. Ну, она, конечно, не особо идет ему, честно говоря. Ну, а где прикол, друзья, можно? Все, Вова. Все, погнали. Шляпник, как говорится. Так, все, поговорили. Так, одежду сделали. Так, все. Все, друзья. Так, мне надо будет в эту миссию у нее выполнить задание. Потом надо будет выполнить у него задание. Да? Все, друзья, сейчас я быстро даже сделаю телепорт. Смотрите, как мой герой выглядит, а? Посмотрите, он реально выглядит офигенно. Новый год, дедсек. Супер, друзья. Он даже вас уже поздравляет, мой агент, с Новым годом, а? Так, вот и не то. Не та функция. Сейчас, друзья. Тебе можно сделать будет телепорт, так, по-моему, если я не ошибаюсь. Во, сейчас я быстро сделаю. Так, тут есть какие-то приемы. Камера, галерея, угу. Фоторежим. А, это фоторежим у нас на двоечку, а? Ну да, можно взять сейчас быстренько, друзья. Фоторежим. Сейчас я быстро уберу. Не то, ладненько, все, я себе вернул. Противно думать, что я проливал кровь за таких трусливых и никчемных тварей, как ты. А, вот что как было, офигенно все, друзья. Я сейчас быстренько с нашего штаба телепортируюсь. Так, куда, примерно, надо? Так, телепорт, а, вот сюда. Сейчас, друзья. Мы почти доберемся до Марикелли. Не знаю, в этой миссии я убью, не убью ее, друзья, но эту миссию я сделаю интересненькой. Думаю, я выполню основное задание и выполню какое-нибудь дополнительное. А может, чисто это основное, не знаю. Если будет основная долгая миссия, то только основное. А если нет, то, ну, в общем, друзья, весело будет, а. А Новый год, друзья, прикольненько. Спасибо Ubisoft, а. Подарили бесплатный свитер, блин, штанишки, класс, а. Опа, стой. Стоямба. Знаете, друзья, единственный минус вообще клики, ну, для меня такой минус, по сути говоря. Только что нельзя как в первой части Вальдстока, а во второй, типа, машину вызывать, а. Бах, позвонил чуваку кого-нибудь, бах, и тебе машину вызвали, а. Нельзя. Их надо именно только постоянно забирать у кого-нибудь, а. Это, конечно, проблемка, а. Потому что не всегда получается найти офигенную тачку. А Вальдсток Лиги, он Вальдсток первой части, второй позвонил, и как я знаю, бах, тачка у тебя уже есть. Бах, супер-бупер, тебя пригнали, а. Ну, маленько, то есть так обойдемся. Сейчас, знаете, что я сделаю? Вот так, друзья, еще сделаю, сохраненочку. Да вот, друзья, видите, получите праздничную награду. Видите, как можно было прикольненько сделать, а? Кстати говоря, реально классненько. Кстати говоря, это свитер я не получал, а? А может и получил, не знаю. В общем, друзья, еще раз всех вас поздравляю наступающим Новым годом. Так, мы почти доехали. Угу. Только что в вашей коллегии снег не идет, а? Чтоб точно уже был Новый год, а? Хотя, в принципе, без снега Новый год может быть, ну, как у нас топсы, друзья, снег это вообще роскошь, а? Очень редко было идет, у нас большинство раз идет именно дождь. Сейчас, друзья, я свою тачу припаркую тут, где-нибудь. Вот тут, вот. Все, припаркую, главное не забыть, где она находится. Так, могу теперь забраться я? Серьезно не могу, а по машине? По машину, типа, могу на машину залезть? С помощью машины. Да давай, ты... Давай. А, типа нельзя, да? Даже с помощью машины я сегодня не могу забраться. И пать провались, ну серьезно. На машину залез, эти гадости номера у машины лондонские. Черт, кстати говоря, просто прикольные номера, имею в виду. Вот, друзья, мой чувак прикольный. Кстати говоря, или классно выглядит, а, в этой шапочке, ну, в этой... Забыл, как эта фигня называется, а. Так, блин, я не могу. Есть, залез, а, спасибо, машина. Так, вроде бы охраны тут нету. Сейчас просканируем. Угу. Так, давайте. Полагаю, Мэри сейчас со страшной скоростью избавляется от улик. И она все еще контролирует микрочипы тех, кто находится рядом. Надо отключить их через систему безопасности, иначе слуга Мэри конец. Принято. Так, друзья, сейчас будет весело. Друзья, сразу говорю, я буду всех их убивать. Я не буду с ними сисюкаться, не буду по стелсу играть. По стелсу, друзья, я буду играть в метро лучшей одежды, чтобы пойти игру на хорошую концовку. А тут, друзья, я не буду по стелсу играть. Так, приманить. Так, подожди. Как же отключить, а? Так, где фигня находится? Так, нужна камера еще. Так, угу. Так, где эта фигня находится, я не могу понять. Я понял, что бойцы Келли. Это я дуплил. Так. Вот, раз, два.
А вот, блин. Так. Начало веселое. А ремонта, где-то, скорее всего, могу здесь сюда просто паука пустить, а? А, вот наша фигнюшка. Ладненько, друзья, поначалу, походу, мне придется их не убивать. Там у тебя ключи есть? У тебя нет ключей, да? Как я это замучу? Блин, как я будто паука пущу? Такая прикольная собачка, а? Такие, ну, опасные, зараза, а? Ух, у нее везде, она любит ротвейлеров, как я понимаю, а? Это Мэри. Так, это кто у нас тоже? Это у нас командирша, боец клана Келли, Лара Уильямсом. Блин, капец, ну, конечно, фамилии, друзья, из меня сейчас фамилию читать не особо мастер, а? Так, камера. Так, да, куда лучше? Так, а тут сюда что выходит? А, это выходит на двор. О, типа слишком далеко. А, это куда вообще на двор выходит? Чтобы я понимал, куда мне идти-то. В общем, друзья, надо будет найти какую-то другую фигню, как я понимаю. Тут сюда надо будет паука пустить. Ладненько. Придется как-то найти другой вариант. Сейчас. А, все, спасибо. Так, у меня... Ай, зараза, как я... У меня паука нету, а? Надо, походу, с этого места создания свалить, чтобы паука... Так, типа, я не смогу его использовать, а? Зараза. Так, да. Нет, команда-то понятно. Команда, да. Изменить, вот, друзья, мне нужен у меня будет паук. Вот. Это, конечно, прикольная ловушка, не согласен, но... Вот паук сейчас нужнее. Так, теперь, получается, нам нужно туда. Как туда пробраться? А, вот оно, друзья, вот он вход, а. Все, друзья, мы с вами нашли вход. Класс, тут еще и байк, и машина есть, офигенно. Так, вот паук. Сейчас пустим его, моего друга. Ай, друзья, прикольный новогодний наряд, мне нравится. Пускаем. Давай, я верю в тебя. Ага. Пошли. Давай, подключайся. Угу. Вот. Все, шикардосно. Так, он подключился. Спасибо ему. Так, тебе пока я его вырублю. А, у него еще маскировка, друзья. Я забыл, что у него еще маскировка есть, а. Вот. 77, как говорится, откройся. Так, закройся. Ага. Так, это мы сделали, друзья. Мы сюда прошли с вами. Теперь надо будет сейчас скачать для себя ключик. Ну, типа, я правильно иду или нет, я пока не вступляю. Так, ну, походу, я правильно иду, мне нужно просто именно ключ скачать, а. Так, ой. Я, твою мать, еще командир, я, друзья, этот сектор не проверял, а. Зараза. Тут командир, что сказать. Я прям внутрь зашел, друзья, прям внутрь. Даже ключ не понадобился, а. Ну, то есть, надо будет спасать людей, чтобы их не убили, а. Так, это, блин, зараза, не особо легко. Жалко, что у меня нет пистолета с глушителем, друзья. Вот, видите, ключик, я забыл его скачать, а. Ванька, то есть, я думал, мне и без него смогу замутить, а. Найдите секретную комнату. Угу. Окей. Я просто, друзья, боюсь, что я сейчас люди погибнут, а. Извините меня за это. Не хотел, честно, не хотел. Простите. Так, вниз. Или наверх. Тут везде командир, раз командир, два командир, блин, ёб твою мать. Вот они могут подмогу вызвать, а? Это хреновастенько, а? Ладно, кстати, друзья, некоторых я поставил с Угашева, так что быть, а? Я хотел говорю одно, друзья, но я просто боюсь, что они людей убьют, а? Надо комнату секретную найти. Ну, здесь, друзья, если меня спалят, если спать, я не буду специально палиться, конечно, нафиг это мне надо. Так, послушаем. Они поддаются дрессировке. Не то, что люди. Люди ленивые. Не делают то, что им говорят. А, она говорит про собак своих. Нужно быть настороже. Того и гляди, ударят в спину. Эгоисты. То ли дело собаки. Собаки слушаются. Я так и знал, что про собак. У них нет скрытых замыслов, корыстных целей. Лифт не работает. Они живут ради тебя. И верны до конца. Как по мне, все просто. Но от людей этого не добьешься. Верить можно только собакам. Ага. Ну, собаки разные бывают, но большинство, я в принципе с ней согласен, друзья. Собаки верны, они реально верны своему хозяину до конца. Если, конечно, хозяин, у него рот, кто их постоянно бьет, а? И мучает их. А если хозяин нормальный и живодер, то да, они будут... А если он живодер, они, конечно, будут терпеть, но время... Но потом, друзья...
они могут бомбануть своего мутня, заслуженно мутня этого, цапануть. Так, вот паук. Куда же мне тебя отправить? Сейчас, друзья. Я пока вот сюда спрячусь. Вот, контроль. Контроль. Так, ой, я забыл, друзья, сейчас быстренько выключить Дискорд, а? Я забыл совершенно вырубить Дискорд. Так, он мне пока особо не нужен, чтобы не пиликало. Вот, все. Теперь офигенно. Я вернулся, как говорится, детка. Ой, класс, друзья. Знаете, друзья, мне очень нравится в Киберпанке столько отсылок на фильм вторую часть Терминатора, на Матрицу, хотя я Матрицу не смотрел. Потом на «Держите стулья» в советский фильм, тоже отсылка есть. Я очень дофига отсылок, а, на разные прикольные фильмы. Отлично. Так, взаимодействие. Готово. Посмотри. А, вот это... Давай же, дрянь. Сейчас вырублю, друзья. Работай, говна кусок. А, так мы теперь крутые. Ладно, давай. Питер! Охереть, друзья, нихера себе. Твою-то мать. Да. По крайней мере, нам удалось отключить чипы. Мэри заперлась в офисе внизу, но мы можем включить лифт при помощи мейнфрейма. Кстати, охрана на стороже, так что постарайся не умереть. Чудесно. Так, падение Олимпа, включите лифт. Блин, жалко, сука, она убила, блин, тублюдина. Все, друзья, теперь я буду веселиться в полной программе. Я не хочу с ними сисюкаться, друзья. Реально, не хочу. Сейчас быстро, так, надо осмотреться все равно же. Так, командир. Сука, я сказал, что я не буду сисюкаться с ними, а? Значит, не буду, а? Нахрен нужно? Все, друзья, я сначала сисюкался, так как я все сделал, то, что хотел сделать, а? Теперь сисюкаться нет смысла. Ага, все кончено, сука. Ой, весело, сука, я люблю, а? Ага. Конор-киллер, командир, сука. Ух ты, сука. Ебать, такая ситуация патовая. Ух ты, ебать, мамашу, а. Да ты меня не ожидал, друзья, что столько будет бойцов там у нее. Ебать твою мамашу, а. Я столько не ожидал, друзья, что столько будет уродов, а. Я знал, что будет, ну, мульти настолько много, что я не знал. Охереть, сколько их, друзья, это капец, а. Епатский городовой. Сколько же этих командиров, а. И у него броня, сука, а. Охереть, сколько, друзья, их очень много, я тебе тут не погиб, блин. Ой-ой. Бля, очень много промазал, а. Расслабился, друзья. Нельзя расслабляться. В этой игре расслабляться категорически противопоказано. В принципе, в любой игре, а. Это же даже парочка игр выпал, куда я буду ультспами проходить, когда завершу Вальчок Легион, а. А именно, друзья, GTA-шку, там, где мужик, ну, в рубашке синей, и потом, друзья, зомби с камей. Прикольненькая игрушка такая, она, конечно, детская, но тем не менее, а. Я буду ультспами эти игры, друзья, проходить, а. Хотя я знаю, какие игры я буду стримить, а какие ультспойки, я даже, блин, Не знал, но думал, мне больше игр именно было для стримов подготовлено, нежели для ультсплеев. Так, очки технологий. Ты, по-моему, я всех убил, да? Так, теперь я хочу этого. Так, контроль. А, контроль паука именно? Так, контроль паучка. Так, очки технологий, ага. Сейчас, друзья, я быстренько возьму мои очки технологий. Давай. Это все, у меня уже есть игры, которые я и успевать буду, а? А то мой друг Серега спросил, Дима, а ты помнишь, что собираешься переходить на, ну, только стримить? Я говорю ему, нет, Серега, не буду. Он говорит, и хорошо. А то, да, ну, то, что я буду успевать и стримить, а не только стримить. Так что, друзья, я парочку игр уже подготовил, которые я после Вальчока буду успевать. Так, друзья, я все сделал вроде бы. А, нет. Нет, друзья, я забыл последнюю штучку-дрючку, а.
Ну, друзья, в этой одежде прикольно их убивать. Я думал, что они меня убьют, честное слово. Думал, что я погибну, а? Уже боялся, что думал, сука, если... А, это... Героя менять, а? Ага, молодец, сломал. Вот, вот, друзья, тут такая у них фигнюшка, да? Угу. А, падение... Ой-ой-ой, сейчас весело будет. Даже не знаю, где прятаться лучше, а? Охереть, а? Подождите, подождите. Ой. Ой-ой-ой. Да-да-да. Так у меня звук, что ли? Ага. Ну тут вообще, друзья, борьба жесткая была. Сейчас скачиваю. Питание. Подожди, питание. А. Вот это охеренно, друзья, подготовить ловушку. Ага. Так, они отсюда пойдут, да? По-моему, отсюда. Давай, идешь, идешь. Сука. Да что такое? Ага. Я сейчас, друзья, вылезаю, за звук какой-то тихий стало. Может, такого у меня, надеюсь, такого у меня, друзья, звук тихий стало. Надеюсь. Давай, 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 это охеренная миссия. Я люблю такие миссии, друзья, где надо гаситься и убивать козлов этих вонючих, а? Реально обожаю, а? Ага, не сбегу, не сбегу. Вот ты, сука. Командир, ты гребная. Да я давно уже разозлился на вас, суки, вы тупые. Я, то, что ваша, блин, гребная моряки или пытает людей, сука, еще и гребные чипы им вставляет в голову, вставил, чтобы контролировать их, а? Каждый их шаг, а? Сука тупая. Давай, давай. Давай, сука, быстрее. Ага. Есть. Офигенно. Так, победите Мэри Келли. Вау, вот супер. Сейчас, друзья, я единственное забыл сделать, я. Это самое главное, единственное, что я забыл сделать. Во. Победите Мэри Келли. Ай, супер, а. Давай, 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 пожалуйста, рожай. Во, так, Дэдсек уничтожил золотые гусыни онлайн-магазин Мэри Келли, таким образом положив конец в торговле и обеспечить Кейтлин уликами, которые заставят генерального прокурора прислушаться к ней. Ну ты да, друзья, это охеренный, охерел, сука, мудень был, урод, а? Нихера не слушал, блин, думал, ну как сказать, он продажный просто ублюдок был, а? Теперь, друзья, есть информация, инфа, доказательство, что... Мэри Келли, сука, торгует людьми, а? Друзья, мы убьем ее все равно, а? И, друзья, что-то звук в игре пропал. А, друзья, это у меня просто наушники затупили, а? Капец, а? Вот, теперь все нормально, друзья, просто я наушники задел, получается, пропал, а? И у меня поэтому звук пропал. Я думаю, какого фига у меня звука нету, а? Сараза. Ага, давай, давай. И, друзья, погнали. Так, паучка возвращаю обратно. Ну-ка, что будет дальше, мне интересно. Друзья, ну мой герой идет, надеюсь, я не погибну. Как-никак я в новогоднем наряде, друзья. Я не должен погибнуть, я не... Я... Ну, сука, жалко ее. Жалко людей, а? Что их она... Во. Так. Сука, она людей поубивала, сука, одному. Ну, тварь такая еще ты, Мэри Келли, а? Угу. Плевать. Мне не нужны эти сраные чипы, я вас, твари, так вскрою. Дэдсек, да? Ты как раз вовремя. Тобой сейчас займется полиция. О, замечательно, дружок. Всем стоять! Отойдите! Мэри Келли, вы арестованы. Хорошо, инспектор. Отдаю себя на милость сраного правосудия. Но не надейтесь, что я надолго у вас задержусь. А вы... Город от вас отвернулся. Я дала вам цель. Скоро мы увидимся. Нет! Какой-то швали не забрать у нее белого кита.
Кого ты защищаешь? Систему или людей? Обещайте. Обещайте, что не упустите ее. Какой... Иди, я разберусь. То есть я просто охереть, они убили ее, она давали им забить ее. Как вы хотели, так и вышло. Мэри наказана за все. Я хотела сделать все по закону, но после того, что я видела, да, ее нельзя было оставлять в живых. Она заслужила это, Лао. Смерть и ничего, кроме смерти. За всех людей, которых обрекла на страдания. За Анхеля. Ты поступила правильно. Ого, видели? Эта тварь сама выбрала. Сам едет. И я рад, что справедливость торжествует. Не знаю. Да, это правосудие, но не то, в которое верю я. Точнее, верила, когда начинала это расследование. Так. Да, королева может и мертва, но ее прислужники наверняка готовы подхватить скипетр и мантию. Тут ты прав, Бегли. Я буду следить за ними. Если услышу еще что-нибудь о клане Келли, вы узнаете первыми. Мне нравится с вами работать, Дедсек. Продолжим сотрудничать. Спасибо, ладно? спасибо. Маска, привет, как дела, оба? Друзья, эта миссия охеренная была, просто офигительная. Вау, молодец, она дала людям, которые их пытала, сука, забить эту тварь, блядь. Как она их пытала, ублюдина. В глубинах Даркнета. Клан Келли завершена. Оу, я справился. Не ожидал, честно сказать. Дедсек не завербовал бы тебя, если бы ты не был живучим. Понял. Буду считать, что это комплимент. Так это очко сыр. Ты не паси из-за Бекси. Привыкнешь еще к его комментам. Он крутой. Так, Альбион глава начата в истинном свете. Не, друзья, это я уже буду делать потом, друзья, потом. Так, задание начато. Как мотылек, как пламя. А, как мотылек на пламя. Тебя это заинтересует. Хэмиш сообщил, что Найджел Касс собирает пресс-конференцию, чтобы представить свой новый скверный проект. И что в этом такого? Они постоянно замышляют что-то ужасное. Хэмиш убежден, что его контакт в Альбион не готов с нами поговорить. Наверное, убедить его было непросто, поскольку Раду очень непоседлив и в последнее время явно на взводе. Но у него есть информация, которая может нам пригодиться. Встреча назначена в пабе «Затопленный лагерь». Можно и выпить, пока обсуждаем, как врезать под дых Найджелу Кассу. Так, ага. А можно на автобусе? Не-не-не, друзья, следующая у меня миссия будет не это, я же говорил, это, друзья, будет, конечно, но потом. Следующая миссия, друзья, я хочу выполнить именно этого. Вот, следующая миссия, которая будет 28-я у меня. Так, сейчас найду ее, вот она, 28-я миссия, друзья, бей или беги. 28-я миссия будет называться так, иначе никак, друзья, именно она. Так, друзья, команда, у нас все хорошо, друзья, так, кем я буду в следующей миссии играть? Надо подумать, а... Так. Шпионка вернулась. Так, я им поиграл, он прикольный, смотри, какой классный у него наряд. Так, киллерша я играл недавно. Так. У тебя что есть? У тебя пушка. Ну, боюсь, что просто у них пушка говно, друзья. А если пушка говно, я не особо хочу с электрошокером связываться. Так, пчеловод. У тебя что, можно поменять, а? Или тоже нельзя? Тоже нельзя, только такие пушки, да? Конечно, у него пушки получше, но... Так, я даже не знаю, на самом деле. Я либо сыграю киллерша в следующей 28-й миссии. Кстати, как прикольно, я наряд сделал ей. Либо шпионкой, либо моим агентом. Ну, вроде бы одежда у него обычная, да? Но все равно, ну, в смысле, не одежда, а именно оружие, там, пистолет и все такое. Но он все равно крутой, очень мне нравится играть им. Кстати, как, друзья, я тоже его принаряжу. Новую рубашку ему одену, новые штаны. Да, вот. Класс, супер, вообще охеренно. Так, ну, либо я сыграю ей... Давно не играл ей, кстати говоря, тоже. Смотрите, она прикольненькая. Так, я же могу пушку поменять? Не могу, да? Обидно. А может, в принципе, в той миссии не надо будет убивать. Хотя, если надо убивать, я, в принципе, и этим глазометом смогу убить. В общем, друзья, миссия была очень-очень интересная. Жалко, что я не могу это забрать, как сказать... А! Во! Все-таки, друзья, можно угнать, да? Охеренно, друзья, я все-таки смог угнать, ёб твою мать,
автобусах. Где-то если такой большой автобус, я в ахере, а к ним вообще ехать, а? Так, я понял, понял, Билли, беги. У меня, друзья, это автобус полнейшая жопа, а? Реально, как на нем еще можно ездить, не знаю, друзья. В смысле, он очень большой и очень неудобный, а? Ладно, друзья, это капец, это тает хорошо. Ой, 27-я миссия под названием «Падение Олимпа» завершена. Друзья, все-таки Мэри Келли наказали, и причем, друзья, очень жестко. Наказали те люди, которых она пытала. Просто, вау, дала людям правосудие. Дала забить эту суку. Вот, друзья, тачку я нашел. Сейчас я поймаю ее. Сейчас, друзья, я сделаю перехват. Так что офигенно, молодец, вау. Конечно, она хотела ее, ну, по тюрьму посадить, конечно. Но, может, друзья, уже было ясно, что эта сука выйдет и снова будет людей пытать. Поэтому правильно она сделала, что дала людям убить. Дала правосудие, это сказать. В общем, она молодец, или вау. Друзья, я вам всем желаю приятного просмотра. Если подписаны на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. И самое главное, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хоть еще рано, но тем не менее, поздравляю. И желаю вам, друзья, всего охеренного. Вы охеренные, друзья. Самое главное, что я забыл сказать, друзья. Не болейте, не скучайте. Всем, друзья, пока-пока. Я вас очень люблю. Вы охеренные, друзья. Просто шикардосные. Всем пока-пока. Вы лучшие, друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.